Растяжки или стрии – это кожный дефект в виде линейных полос, локализующихся в местах наибольшей растяжимости кожи. Свежие растяжки имеют розоватый или красно-фиолетовый цвет. Со временем они обесцвечиваются, превращаясь в перламутрово-белые атрофические линии. Растяжки, вызванные резким снижением веса, располагаются на туловище вертикально, эндокринными нарушениями – горизонтально. Как и с любым другим косметическим недостатком, с растяжками нужно начинать бороться еще до их появления. Причины появления стрий в области бедер, ягодиц, живота и груди могут быть различными. Это и половое созревание, и беременность, и значительное колебание веса. Также играет роль и наследственный фактор. Если же появление стрий сопровождается другими физиологическими изменениями, подъемом артериального давления, увеличением веса, оволосением лица, груди и спины, то, скорее всего, это состояние связано с нарушениями со стороны эндокринной системы и требует помощи врача-эндокринолога. Возникновение растяжек – это не просто результат перерастяжения кожи, это исход заживления коллагеновых и эластиновых волокон после микротравм, что приводит к разрастанию в местах надрывов соединительной рубцовой ткани. Чтобы предотвратить появление растяжек, рекомендуется использование кремов с содержанием витаминов А, Е и С. Помогают также кокосовое масло, масло ши, миндальное и масло какао. Для профилактики растяжек назначают добавки и лекарственные средства, содержащие токоферол, ретинол, аскорбиновую кислоту, витамины группы В и магний. Для улучшения кровотока в сосудах кожи применяют щадящий массаж проблемных участков. Только недавние, возникшие менее года назад растяжки, можно устранить полностью или значительно снизить их проявление. Сформировавшиеся белесые рубцы можно лишь несколько уменьшить путем лазерной или других методов шлифовки. Действие химического пилинга основано на нанесении на рубцы сильных кислот, которые, сжигая эпидермис, активируют выработку кожи собственного коллагена. Для проведения химического пилинга используют альфа-гидроксикислоты, трихлоруксусную и фенолевые кислоты. Лазерный пилинг проводится в стационаре под наркозом. Перед выполнением процедуры в течение 1-2 месяцев показано нанесение на кожу кремов с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты. Наиболее действенным и радикальным методом избавления от растяжек является их устранение оперативным путем. При операционной пластике живота или абдоминопластике избытки кожи передней брюшной стенки иссекаются вместе с растяжками.